сегодняшнее послание, которое было озвучено президентом Российской Федерации, является очень значительным во всех областях, и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере политики, во всех отраслях и сферах нашей деятельности. В частности, значит, президентом было указано о создании государственного фонда, который будет обеспечивать соблюдение прав и интересов бойцов, наших военнослужащих специальной военной операции, их семьям, для того, чтобы они адресно получали помощь и ни в чем не нуждались.